25 лет замечательной школы номер 28. И что же нам приготовили в этот праздничный день, мы сейчас и узнаем. Здравствуйте. Добрый день. Добро пожаловать на борт нашего самолета. 25 счастливых лет. Спасибо. Нам туда? Спасибо. Спасибо. Гости могут сфотографироваться на память в тематических фотозонах, а также оставить свои желания на бумажных самолетиках. И вот, острова любви, все ждет вас в том прекрасном зале. Проходите. А на входе в актовый зал нас встречает живая музыка. Школа номер 28 была построена в 90-е годы, когда вся страна вступила в непростое время перестройки. Руководить новой школой назначили молодого педагога Константина Борисовича Кузнецова, который вот уже четверть века управляет полетом этого самолета. Наша школа – это дом, который мы построили вместе с вами. Мы его создавали как по кирпичику. Он сложился из наших дел, из результатов нашей работы, из наших талантов, наших стараний, наших умений, наших взаимоотношений друг с другом. И сегодня я искренне благодарю всех за то, что у нас получился хороший, красивый дом. Наверное, именно полет самолета как нельзя лучше описывает то, что происходит в школе. Посадка пассажиров первоклашек, зона турбулентности во время контрольных и экзаменов, пересадка выпускников на следующий рейс, поступление в СУЗы и ВУЗы. И многое, конечно, зависит от тех, кто руководит этим полетом, от педагогов и руководства школы. И в СОЖ номер 28 подобрался отличный экипаж, в адрес которого было сказано много добрых слов. Сейчас мы можем твердо сказать, что за 25 лет оно прошло успешно, легко, без потерь, без турбулентностей. И все дожди, которые были во время полета, они были благодарными. Ветер попутным и солнце ясным. Я желаю, чтобы и в последующем вам сопутствовала удача, здоровье, мудрость, счастье и, конечно, огромная-огромная любовь. Я с большим уважением запускаю дальнейший путь, этот воздушный корабль, чтобы у вас все было благополучно. В полет! 28-я школа – это не гимназия и не лицей, но попасть сюда хотят школьники со всего города. А все потому, что в этой школе не только дают отличные знания, но и воспитывают в ребятах лучшие качества. Ваша школа, ваше учебное заведение занимает особое место в системе образования города Балаково. Педагоги вашей школы отличает высокий профессионализм, любовь к тому делу, к той высокой, наверное, обязанности обучения учеников. Мне очень искренне хочется пожелать педагогам талантливых, благодарных учеников. Вашей школе хочется пожелать, конечно же, процветания, новых достижений, взлетов. Пусть ваш самолет всегда летит вверх, короткими пересадками по окончании школы и набором новых пассажиров. С праздником вас, дорогие друзья! С 25-летним юбилеем любимую школу поздравляли и первоклассники, и учителя, и выпускники разных лет. Лучших педагогов отметили грамотами, но самая неожиданная благодарность прозвучала в адрес вахтера, который 25 лет на посту. Легенда 28-й школы «Вахтер». Благодарность родителей выразилась не только в теплых словах. Они устроили фейерверк и преподнесли любимым педагогам огромный торт. Вот и подошел к концу юбилейный день лучшей школы города Балаково. Хочется пожелать ей долгих лет работы и чтобы в нашей школе были большие таланты и светлые умы. Бор 25 счастливых лет продолжает свой образовательный путь.